Привет, друзья! Как всегда, я рад с вами встретиться в телевизионных обозрениях моего журнала, если так можно, конечно, выразиться. А на этот раз я вам предложу посмотреть и послушать мою новую версию старой как миф веселой американской песенки «Yes, sir, that's my baby». «Да, сэр, это моя детка», так переводится. Песня эта была написана еще в 1925 году. Автор музыки – Уолтер Дональдсон, а текст написал Гас Кен. Что же побудило авторов создать такой музыкальный шедевр, который стал наипопулярнейшим в то время? Ну, просто авторы часто гостили у своего приятеля, у которого была маленькая дочь, и она все время заводила игрушку, механическую свинью, которая издавала хрюкающие звуки. Это вдохновило авторов, которые наверняка, сидя за столом, слегка приняли и, наверное, были в хорошем настроении. Первые исполнители – Ли Морс в 1925 году и Эдди Кантер в 1930 году. Ну и значительно позже эту песню исполняли и включали в свой репертуар многие популярные исполнители, в том числе и знаменитый американский певец Фрэнк Синатра. Ну вот, собственно, вкратце история появления этой замечательной веселой песенки. Итак, смотрим и слушаем мою версию песни «Yes, sir, that's my baby». Пожалуйста.